Ребята, у нас проблема. У нас кончился памперс. Сейчас пошли. Наша крёстная фея дала нам детский подгузник. От внука остался. И я попытаюсь сейчас в него запихать Люську. Посмотрим, что будет. Потому что у меня памперсы придут только 30 числа. Ой, боже, что ж делать, да? Так. Так. Так, ну Люся, у нас вся теперь эта памперс. Сейчас делаю дырочки, сделаю хвостик. Давай. Ой, мама. Ну что я тебе скажу? Я не знаю, что с тобой делать. Да так, Люся. Пока что. Других вариантов нет. Ой, какой кошмар. Не было денег на памперсы. Нету денег. На жизнь нету денег, не то что на памперсы. Как так, Люся, что делать? Представляешь, что это теплая пижамка. Будешь жить так. В итоге Люська вылезла из этого памперса. Пришлось вот так все сзади собрать. Так ей получше, конечно. Удобнее. Это выглядит просто. Верблюд, да, собрались? Не хочет. Нет, не нравится. Ничего, хотя это место.